Столичные следователи выясняют обстоятельства смерти преподавателя Московского университета МВД Владимира Агафонова. Мужчина погиб в ночь на воскресенье в результате драки в ночном клубе на Кудринской площади. По предварительной информации, Агафонов отмечал в заведении день рождения. Уже на выходе у него возник конфликт с одним из посетителей. Чтобы разрешить его, мужчины вышли на улицу. Там жертву либо ударили, либо толкнули. По роковой случайности Агафонов упал грудью прямо на торчащую из земли арматуру. Он скончался на месте. У клуба установлены камеры наблюдения, однако запись оказалась стертой. Сейчас следователи пытаются восстановить видео. Сразу после инцидента по подозрению в совершении преступления был допрошен безработный из Ярославля, однако позже его отпустили, обязав явкой по вызову следствия.